Жители станут больше времени проводить в библиотеках. В прошлом году из Министерства культуры Московской области поступило предложение организовать компьютерные курсы на базе муниципальных учреждений. Отдел культуры городского округа совместно с Химкинской торгово-промышленной палатой на призыв откликнулся. Первые занятия прошли в библиотеке номер 12 во Дворце культуры «Родина». Бесплатные компьютерные курсы для льготных категорий граждан в Химках успешно работают уже 2 года. Группы по 10-12 человек занимаются в течение месяца 6 раз в неделю по 2 часа. В конце выпускники получают сертификат. Нововведение в том, что к акции присоединился отдел культуры, в частности, библиотеки. У нас есть проект, что мы дальше будем открывать курсы такие же в Новых Химках, в третьей библиотеке. Это очень замечательная такая, в общем-то, я считаю, что инициатива, которую мы поддержали, мы реализовали. Спасибо администрации и Совету депутатов, которые поддержали нас. Отделом культуры было закуплено оборудование с расчетом на 10 человек и предоставлено помещение. Химкинская торгово-промышленная палата помогла найти педагога и организовала сбор учащихся. Хочется что-то новое узнать, чтобы не отставать от внуков и детей, шагать в ногу со временем. Дальнейший, следующий как бы этап уже обучения – это финансовая грамотность. Это работа с банкоматами, с личными электронными документами и так далее. Поэтому данный проект тоже реализуется.